Друзья, всем привет! Несмотря на то, что сегодня только 22 декабря, у нас очень холодно. У нас сегодня ночью было минус 15 градусов. Сейчас идет снег. И для этого времени года это очень холодно. Но обещают синоптики, что все-таки через 3 дня потеплеет, и Новый год мы будем встречать без снега. Сейчас, друзья, идет снег. Я хочу вам показать. Снег прекрасный. И уже 5 сантиметров снега лежит. Хочу поблагодарить всех вас, мои дорогие подписчики, за вашу критику, за ваши похвалы. Я учусь, друзья. Я только год как начала делать фильмы, располагать их в Ютубе, поддерживаться сообществом Ютуба, пользоваться вашими рекомендациями, учиться. Хотелось бы воплотить вот это вот, показать все то, что я вижу и знаю, хочется показать вам, друзья мои. Ну, как говорят, мы всегда учимся, друзья. Мы учимся всю жизнь. Поэтому, учитывая вашу критику, говорю спасибо за все ваши похвалы. Спасибо. Мне очень приятно, что вам нравятся некоторые мои видео. Мне очень приятно, что вы делаете мне замечания. Учусь и буду учиться. Будем учиться всю жизнь, друзья мои. Ну, так как уходит этот год, и, как всегда, подбиваем итоги. Подбиваем итоги за этот год. За год, который уходит, 2021 год, пока-пока, скажем ему, пока-пока. Год был непростым. И если сказать в моем увлечении, в этом, в том, что я решила вам показывать, снимать, с вами общаться, друзья мои, то здесь, конечно, я очень много пропустила, потому что в январе я бросала это видео, когда ушел мой свекор, наш отец. Это было очень тяжело. Я бросала видео, возмущалась нашей медицинской системой, нашими врачами, этой черствостью. Вот. Нас тогда заразили коронавирусом, потому что нельзя собирать воедино все бактерии. Это сделано на Кубе. Вот на Кубе нет. На Кубе этого нет. Почему? Потому что там осталось. Там очень сильная медицинская система. Там не собирают все бактерии воедино. В одну. Но все это позади. Все это позади. Сделали уроки, перевернули страничку и встречаем 2022 год с позитивом. Надеемся на лучшее в жизни. Должен быть позитив, и всегда надо быть оптимистами. Поэтому, друзья мои, спасибо вам большое за то, что принимаете участие в развитии моего канала. Спасибо за вашу критику, спасибо за то, что вы подписываетесь, за то, что вы принимаете участие, за то, что вы все-таки и осыпаете меня и похвалами. Это очень приятно. Критика и позитивная, и отрицательная. Это стимул к нашему развитию. Друзья, подписывайтесь на мой канал, те, кто не подписался. До новых встреч в эфире. Пока-пока.